Дорогие сестрёнки, братки, меня зовут Дмитрий Шагин, я художник, и сегодня я узнал очень страшные новости. Несколько человек, порядка 9 молодых ребят, это антифашисты с города Пенза и из Санкт-Петербурга, были арестованы и подвергались жутким и человеческим пыткам. Кого-то там подвешивали за ноги и пытали электрическим током, избивали там многочисленные гематомы. В общем, экспертиза все это установлена. Электрошокерами, ожоги от электрошокеров. Одного мальчугана вывезли в лес, и просто следователи, как такими бандитскими методами его там в лесу избивали, запугивали, чтобы он дал показания на своих друзей, по совершенно сфабрикованному делу, их обвиняют, что якобы они что-то хотели какую-то организовать, террористическую группу. И к ним почему-то решили применять вот такие методы, какие применяли в 30-х годах, в 37-м году, как пытали тогда людей. И вот сейчас, в 21 веке, применяют даже более изощренные пытки, чем применяли тогда, вот те, что описаны в архипелаге ГУЛАГе, да. Вот это... Для меня вот действительно это шок, и, в общем, для меня для самого это пытка. Потому что, пытая вот этих детей, они пытают и всех нас. Вот. Поэтому я обращаюсь ко всем неравнодушным, надо встать на защиту вот этих молодых парнишек, и чтобы никогда это больше не повторилось в нашей стране, потому что это уже входит в норму, вот эти страшные нечеловеческие пытки. И сами люди, которые... следовательно, которые это делают, они даже не понимают, думают, что это нормально. То есть пытки становятся нормой. Это очень страшно.